Итак, здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Специально для паблика «Достойные фильмы» пошел посмотрел фильм «Джобс». «Джобс». Очень интересная обложка, яркая. Значит, совершенно очевидно, что фильм рекламирует наркотики. Да. Но ситуация в том, что я негативно отношусь к наркотикам, вызывающим какие-то физическое удовольствие. И, в принципе, я считаю, что таким людям, как Джобс, можно хуярить ЛСД. Да, это я так считаю. О чем фильм? О том, что Джобс, в принципе, гандон, но хороший бизнесмен. Его кинули, он кидал всех. Короче, ладно, история развития бизнеса не суть важна. Самое важное в том, что фильм показывает роль личности в истории. Это самое главное. Цель фильма – показать, что в истории важна личность. То есть один человек, который мыслит нестандартно, который готов менять мир и, в принципе, считает себя сумасшедшим, осознает полностью это, но, тем не менее, готов менять мир, он его меняет. Нормальный человек, так вот, нормальный человек, он ходит на работу, он учится, устраивается на теплое место, отъедает жопу, покупает в кредит мебель, машину и, может быть, даже дачу, стареет и умирает. От него не остается следа. След остается только от людей, мыслящих нестандартно, скорее всего, от сумасшедших. Так что сходите на фильм, не пожалеете. До новых встреч!